Вам все-таки, во-первых, надо быть более объективными. Я почитал вчера ваш сайт, я так понял, что все поправки мы делаем для того, чтобы лишить гражданства Марины Ким. Это не вы, Марина Ким? Нет. Я вообще где-то в дурном сне такое не приходило. И вы пишите правду, я вас прошу. Нельзя настолько ненавидеть свою страну и настолько видеть во всем только плохое. Я вот и поэтому сразу говорю, ну она какая же наступила, почитайте. Какая боль. Извиняюсь, конечно, но это привычка мне говорить как есть. Я иногда очень резко говорю, мне, наверное, неудобно перед представителем сайта клуб. Я извиняюсь, и сказал, как она сказала. На самом деле, любые СМИ, любые сайты, они мне часто помогают. И именно помогают те, которые ершистые, колючие, потому что часто я там нахожу то, о чем мне, ну,